Это вход в замок. Замок был разрушен полностью землетрясением. Причем он такие структурные потерпел разрушения, что его просто внесли в забор, и весь 19 век он уходил в забор. Павлин. Какой такой павлин? Павлин. Не видишь, не кушаешь. Да, с этими зубчиками вверху, как здесь было вот, наполненной водой, сейчас нет. Зато здесь большой ровный. Здесь была раньше вода. С крокодилами. С крокодилами? Ну, я так думаю. Ну, вряд ли, конечно. Хотя почему нет? Носорога не выглядит. О, тут двойная стена. Все серьезно. Да, здесь двойная стена. Вот здесь находились, в принципе, покои королевские. То есть здесь вот... Отмечено у нас тем, что написано тысяча. То есть она опасна. Но она не в такой степени опасна, чтобы мы туда не пошли. То есть там... Так что не надо сразу бросаться вниз, я очень вас прошу. Как только вы доберетесь до верха. А фотоаппарат у тебя? У меня. Вот там церковь красивая, или собор? То есть это замок 13 век, да? Да. Наша эра, да? Ревузенький, это, наверное, не мешает. Вон, вы отверните в обратную сторону. И на нас смотрите. Мы вас развесели. Потрясающая зона. Это где? На какой? На каком храме? Я думаю, где-то близко. Да вот тут, наверное. А вот, наверное, вот наверху. Так, куда мы летим? Прям осторожно, люди. Хорошая, позитивная. Не, ну что, глянь, это древний замок. Павлин летает. Он летает даже, глянь. А курничит, как это? А хвоста нет уже у него. Да он вообще такой, прям как курица кудахчет. Пойдем. Первый раз я видел, когда как павлин летает. Это какой-то типа источника. Без воды. Ну, раньше был.